Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенде. Продолжай прохождение Super Mario Bros. 2. В прошлой части мы закончили четвертый мир, а теперь мы в пятом мире тут находимся. Ой, блин. Прикольно, да, только начал уже фейл, это ты виноват. О, надо сюда идти. Так. И заходим сюда в дверь. Я буду иногда буду использовать сейф стейт. Так. Ух, бомба! О, напиток, куда поставим? Куда поставим его? Давай-ка сюда его поставим куда-нибудь, да, здесь. А это не может быть. Почему нету грибка? Где гриб здесь находится? Ну да, последнюю монету я забрать не могу. Ладно, значит, выйдем обратно и зайдем обратно сюда. Так, может быть, выходить я не могу из двери. Так что надо где-то поставить его. Попробуем теперь здесь поставить его. О-о-о-о! Ну, хоть монету взял. И то хорошо. Черт с ним. Поставим сейф стейт и... прыгать надо. Ой, нет, это этот уровень, что ли? Ой, нет. Ой, нет. Какого ты к черту взял рыбу? Эй, да ты не бери ты рыбу, ты на нее прыгай. Вот так. Все. Сюда надо идти. О, боже. Больной уровень. Больной уровень начинается. А, жизньку получили. И тут, наверное, где-то гриб находится, да? Пожалуйста, дайте мне гриб. А, погоди. Нет, я хочу гриб взять. Вот, я хочу гриб этот забрать себе. Вот так. Все, теперь будем ждать, пока он закончится. О. Все, сейф стейт, дальше, дальше, дальше. Потому что по этим рыбам я не хочу вздыхать тут каждый раз. Не хочу нервничать. Да какой ты к черту обратно неправильно сделал это все. Нет, так не получится, да? Ну-ка, я хочу спробовать это. Нет, не получится. Значит, надо мне ждать. Здесь тайминг надо. Какого ты к черту мимо прыгаешь? Что, дик, а? Давай сюда. Сюда. Теперь будем прыгать по этим проклятым бревнам. Так, тут что-то должно быть, да, находиться? Нет. А-а. А-а. Нет. А, погоди, я понял эту фигуру, это... Я понял. Но я теперь уже не доберусь, там сверху где-то гриб находится. Там где-то сверху гриб находится, да? И мне нужно было как-то сверху по этим бревнам туда наверх, и там один грибной блок убрать, да, чтобы получить... А, почему здесь монеты нету? Игра обманывает меня, все. Игра меня терпеть не может. Мне все равно, у меня есть кнопки F2 и F4. А? Ты что, серьезно хочешь, чтобы я так тебя валил? Да. Потому что он только с огнями стреляет и все. Ай, ты скотина. А что тебе тут надо? Ты меня все равно не убьешь. Один раз тебя, все. Прощай, чувак. Ту-ту-ту-тум. Давай открывай рот. И я захожу в рот. Ну, тут мы можем жизньки пособирать немножко себе. Нет, я хочу хотя бы пару жизньки набрать себе снова. Да что ж такое? Да что ж такое? Мне жизньки не дают ни хрена тут. Да ладно, не будем жизньки набирать себе. Не хочет, чтоб я жизньки набирал. О, две! Хоть что-нибудь. Давай еще по-быстрому. О, думаю, еще одна семерка будет. Было бы 10 жизньки снова. Да ну нафиг! Три одинаковых опять поймал. Еще две жизни получили. Ну, хоть на 4 жизни прибавили, и то хорошо. Так, 5-2. С кем мы пойдем? Давай-ка с Марио. То мы давно с Марио не играли. Посмотрим, может быть, 5-2 будет немножко легче уровень, да, чем был 5-1. Ту-ду-ра-да-да. О! Ночь! Ба! Бомба! Так, тут что? Ничего тут нету. О, это вроде бы не выглядит сложный уровень.
Опять вы тут катаетесь? Эй, да что ж такое? Че я только что сказал? Не выглядит сложным и уже сдох? А музыка очень классная, а? Конечно, есть еще от этой игры версия на NES. Но я лучше играю на SNES, потому что графика лучше, и звук лучше, и прикольнее выглядит. Конечно, на NES она тоже так же выглядит, но на SNES, ну, не графика, на NES так выглядит, ну, уровни. Примерно так, да. Да пошел ты в жопу, маленьким останемся. Маленьким А как? Вот так надо, что ли, делать? Да, а тут что? Ваза! Ваза! Может быть, зайдем сюда? И что тут есть? Что тут есть? Кроме этого чувака. Кроме этого чувака, который меня хочет убить. А! Ты скотина! Иди отсюда! Давай, давай! Иди сюда! Я думал, он прямо в бомбу зайдет. Соник тут тоже есть! Соник the Hedgehog здесь, а? Круто! А тут что у нас? И что? Здесь я ее все равно не могу использовать. Это значит, мне надо ее вытаскивать отсюда, да? И где-то здесь на улице ее включить, чтобы... О! Гриб! 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 Белла! Гриб! Белла, сюда иди! Только не упади в яму! О! Молодец! Хоть на одну жизнь прибавили себе. А-а-а, что это было? Пошли все в жопу. Брррр. А так? О, сердечко. А мне она не нужна. Так. Ой, блин, а мне кажется, это этот уровень, да? Да ты какого черта ты берешь? Да блин, а... Хватит уже тут меня мучить. Сюда надо идти. Давай быстрее уже, сороконожки вы хреновые тут. И сюда. И сюда. Погоди, и сюда мне надо. Какого ты черта скользишь тут? Мы же прошли ледяной мир в прошлой части же. Ой, нет. Только не вы обратно. Да, спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что мимо все сделал, да? Спасибо. Давай уже быстрее прыгай на него и сюда. Так, а тут что? Как мне это здесь пройти надо? А он наверх только стреляет. Окей, не так сложно было, как я думал. Ну да, я думал, хотел бы этого чувака зеленого убрать. А, часики, смотрите. Они останавливают время наше. Здесь и пауэрблок тоже есть. Я же убил уже их всех с пауэрблоком. Ой, нет, мне наверх надо, да, по-моему? Да. Ой, нет. Ой, нет. Ой, нет, это как-то... Так надо. Давай, уже стреляйте вы наверх. Еще и эти тут летают, да? Так, задерживайся. И сюда надо. Луна? А я могу ее взять? Я хочу испробовать. Я хочу испробовать луну взять. Да пошла на задницу эта луна. Мне она все равно ничего не поможет, да? Ой, блин, мне кажется, сейчас эта хрень пойдет, да? Да. Ой, нет, нет. Смотрите. Мегамен тут пришел. Смотрите, здесь мне надо спайкфол делать. Как я ненавижу это место. Как я ненавижу спайкфолы. Так, потому что я не знаю, куда мне точно надо падать. Еще успел. Все, сохраняем здесь, чтобы мне не надо было никогда больше спайкфол делать. Погоди, погоди. Погоди, тут же... Ага. Погоди, я могу взять рыбы? Не надо мне в яму.
прыгать. Давай. Нет, не надо мне так. Я так не хочу делать. Я думаю, что можно и рыбу взять. Смотрите, как сумасшедший тут стреляет тут со своими яйцами. Вот так. Какого хрена? Какого хрена я не попал в него? Спасибо тебе. Какой ты дурачок ты. Какой ты дурачок ты деревянный. Все, загружаемся обратно. Да ты возьми, прыгни на яйцо. Ну тогда возьмем рыбу, на. Если тебе не хочется, яйцом тебе по морде врезал. Тогда надо с рыбой тебе по морде врезать, да? Эй, огонек. Ты че, дурной что ли? Дурай, да. Дурай. Слова такие придумываю иногда. Эпично, да? Так, сюда надо. Бери и в рот его. Получай. Давай мне свое. Давай, открывай уже. Открывай уже. О, давай жизнь наберем хоть. А, не набрали. Да ладно уж, что сделать. Так, а кого мы сейчас возьмем? Давай-ка мы возьмем принцессу Пич. Попробуем пройти 5-3, пока без сохранения, да? Если там уже будут чересчур сложные места, тогда там можем иногда использовать сейф стейт. А так можно и без попробовать, да? Так. А что мне тут надо делать? А, тут же эти альбатросы. Погоди! Погоди! Черт! Я хотел бы посмотреть, что там сверху находится. А как мне туда наверх забраться бы? Ну-ка, я тут... Я хочу испробовать это. О, вот так я хотел сделать. Вот, вот. Я хочу испробовать, что здесь произойдет. А, ой, не хотел я. Не хотел я это делать. А, окей, все ясно, все ясно. А что будет, если я так просто попаду туда? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Это вы не видели, то, что было сейчас. Это никто не видел из вас. Потому что я не хочу использовать варп-зоны здесь. А. Такой сумасшедший здесь они. Я думал, этот уровень не так уж-то хардкорный будет. Давай мне звезду Востоку свою. Давай уже быстрее сюда звезду. Да. А мы теперь в дерево зайдем, да, по-моему? Да? В дерево мы теперь зайдем. Эй! Я не хочу тут! Блин, тут эти альбатросы меня бесят. Тут их целая куча здесь. Да что ж такое? Я же держу овощ, чтобы убить его. Придурок. А, это мне надо вот так. Нет, да что ж такое? Я хотел его схватить и бросить. Какая-то дурочка, а. Конечно, тебя будет Боузер каждые 5 секунд похищать, если ты такая тупая. Так, тут где-то должен... А погоди, мне и надо туда вниз, что ли, да? Да, по-моему, мне и надо туда вниз. А, понял я, что мне надо тут делать. Тут же где-то должна быть бомба находиться. Ай! Дурочка. Так, где здесь бомба? Вот она, бомба, бомба. Как? Не хочу, достала уже мне эта бомба. Не хочу я себе жизнь себе энергии собирать, все. Бесит уже. Бесит уже то, что я вздыхаю тут каждый раз, потому что бомба чересчур быстро разрывается. Ну, конечно, там был бы гриб. Твою ж дивизию, то-да. А как они так быстро взрываются? Вот как я должен успеть их бросить их?
Все, не будем никакой напиток использовать, потом жопу этот напиток здесь. Так, а тут что мне надо делать? Взрывать все подряд? Взрывать все подряд, да? Или куда мне надо тут идти? Да пошли вы в жопу, эти бомбы проклятые. Ой, блин, а! Еще и вы тут. Да хватит уже. Хватит. Да какой ты к черту? Да, блин, а, игра больная. Игра больная. Зря я выбрал принцессу. Нужно было Тодда или Луиджи. Может быть, с ним бы как-нибудь лучше было бы. Ладно, с одним сердечком как-нибудь дотянем до босса. Так, я не знаю, кто тут босс будет. По-моему, уже, кажется, что-то вспоминается, да? Что за босс может быть у меня там дальше? В этом... Эй! Твою ж тебе из него! Ждем! Паскуда! На, блин! Теперь сюда идет, конечно. А как мне надо это тут делать? Погоди. Вот так что ли как-нибудь? Опять это придурки тут лазят. А мы их сюда забросим. О! Погоди-ка, я... А, там я не могу пройти. Мы что, принцесса такая вот растостела все, да? Чизбургеров нажиралась, вот и растолстела, что не может пролезть через тот блок. Они сюда падают. Ух ты. Давай сюда. Так, а тут что у нас? Мостик мне надо делать, да, по-моему, или что? Я же могу так допрыгнуть просто, не надо мне... Придурок! А это мне надо его так обманывать, да, по-моему? Он опять респавнивается, вот какого черта? Ладно, будем так как-нибудь. Будем так, а теперь сюда. Здесь мы сделаем F2. Посмотрим, что дальше. Кажется, еще один будет спускаться вниз, да? Вот так. И дальше. Будем подниматься наверх. Эй, не надо тебе падать вниз, дурочка. Я не хочу тысячу раз одно и то же делать, да? А, это все уже было. Окей, зайдем сюда. Что здесь, босс, что ли, уже? Ну окей, мы можем тут время остановить, и что это поможет нам? Погоди. Да что ты смотри, что делается? Не могу я на него прыгнуть. Давай уже, спускайся вниз. Эй, ты куда ж ты летишь? Куда ж ты летишь, придурок? Какого черта? Эй, ты можешь на него прыгнуть? На голову его же. Почему бы не сразу так? Сейчас еще эти придурки будут тут летать, да? А, это мне надо на платформу другую. Или так просто сделаем. Да пошел ты в жопу. Пошел ты в жопу нахрен отсюда. Мы сюда пойдем. Здесь мы вот так перепрыгнем их. А, может быть, это неплохая идея, то, что я Пич выбрал. Ты что, мне его убивать надо? Да ты смотри, что делает. Дура. О! Погоди-ка, энергия у него снимается, да, если я еще раз сделаю? Смотри-ка, что делает, а? О, зацепили его еще. Так, это его надо убивать, да, значит? Да! Мы могли бы его с остановленным временем его тоже уничтожить. А теперь мы попали до босса. Кто здесь босс? Это мне надо его ж не камни хватать и в него кидать.
Этого я помню, босса. Знакомый босс что-то. Давай еще. Давай. Эй, ты сюда кидай. Куда ж ты бросаешь его? А как мне надо ставить? Ты что, мне надо сюда становиться? Да? Здесь нужно стоять. Стану я куда-нибудь, что камнями меня закидает весь. Спасибо. Да сдохни ты уже, собачка. Я возьму это Турда, блин. Может быть, с ним как-то легче будет схватывать камни, чтобы в него кидать. Ему надо правильно кидать и все. Бросай уже. Спасибо. Все, сейф с лейтами его завалим сейчас по-быстрому. А потом в следующей части будем шестой мир проходить. Потому что я не хочу, чтобы эта часть затянулась на час или на сколько там. Три раза уже, да, по-моему? Пять раз надо его, да? Четыре. Спасибо, что ты в яму свалился, придурок. Еще и думал, сейчас опять в яму свалишься. А почему я вот эти камни не мог взять, а? Почему я их не могу брать? А то бы можно было бы так его закидать. Ноль. Спасибо. Так, шестой мир, я его буду проходить в следующей части. Давайте до следующего раза, ваш Рустенда. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. И давайте до следующего раза, ваш Рустенда. Удачи, пока-пока.